В Карачаево-Черкесии начался прием заявок на поездку в хадж. В этом году паломничество, один из важных ритуалов для всех мусульман, начнется в начале августа. И сейчас Духовное управление мусульман республики формирует группу для двух туров в Мекку и Медину. Документы подали уже около 40 человек. Но желающим посетить святые места стоит поторопиться. Срок подачи документов истекает 30 июня. В этом году квота для республики составляет 360 мест. Согласно канонам ислама, хотя бы раз в жизни хадж должен совершить каждый мусульманин, который в состоянии это сделать. Пребывать в святых местах паломники будут в течение 20-25 дней. Человеку необходимо один раз в жизни поехать на хадж, совершить его. И просим Аллаха, чтобы он принял у всех хадж, и у тех, кто его совершили, и у тех, кто собираются, иншаллах, посетить эти святые места.